Практически 100% готовность. Строительство клинического госпиталя в Лапино на стадии итоговой проверки. Уже в середине сентября здесь планируется принять первых посетителей. На мой профессиональный взгляд, есть еще определенные процессуальные мероприятия, которые надо будет провести, в том числе ввод объекта в эксплуатацию, постановка на кадастровый учет. И по всем моим предположениям, это где-то 15 сентября, сюда можно будет абсолютно уже завести первого посетителя. Объект можно по праву назвать уникальным. На 6 этажах размещаются кабинеты всех направлений. Стационар на 63 места, поликлиника с диагностическим отделением, стоматология, кабинеты рентген-диагностики, МРТ, КТ, 8 больших операционных, оснащенных по последнему слову техники. Осталось завершить мелкие косметические работы, и учреждение начнет полноценно функционировать. По оснащенности, оборудованию, все проверили, все по проекту, все расставлено вот в таком виде. Когда вот такие вот у нас будут тоже штрихи до завершения? Да. В течение проекта, правильно? Открытие комплекса ждут все регионы. Строительство стратегически важного объекта не прекращалось даже в период пандемии. Ни один срок на этапах возведения нарушен не был. Проверка нарушений не выявила. Сейчас здесь все готово для работы. Остается рассмотреть возможность выдачи заключения о соответствии требованиям проектной документации, заключил начальник главгосстройнадзора Артур Горебян. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».